В воскресенье вечером в Тушкиново 20-летний мотоциклист влетел в прицеп автомобиля ВАЗ-2107. Сам же виновник оказался в больнице. Мало того, что у него не было ни водительского удостоверения, ни страховки, так и ехал он без шлема, да еще и в пьяном состоянии. По статистике, мотоциклисты чаще остальных забывают о правилах дорожного движения, от чего сами же и страдают. На нефтекамских улицах с каждым днем появляется все больше подростков, управляющих велосипедами, мотоциклами, скутерами. Так, на территории Республики Башкортостан за 7 месяцев текущего года произошло 58 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 10 и ранено 68 человек. А по территории города Нефтекамска зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий. Часто водители двухколесного транспорта забывают о шлемах, рискуют своей жизнью и кошельком. Если поймают, инспектор придется отдавать 500 рублей. А родители, покупая детям дорогую игрушку, словно не чувствуют разницы между маломощными скутерами и мотоциклами. Если объем двигателя, скутера, мопеда или мотоцикла превышает 50 кубических сантиметров, то водитель в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории А, а его транспортное средство должен быть зарегистрирован в ГИБДД и иметь страховой полис ОСАГО. Ездить на скутерах, мопедах можно только по правой стороне дороги, максимальной близости к краю проезжей части. Все же участники дорожного движения за минувшую неделю умудрились 443 раза нарушить ПДД и совершить 48 аварий, в которых пострадало 7 человек. Будьте внимательнее на дороге, соблюдайте правила дорожного движения. Наталья Бурова, Елена Белова, информационная программа «Время новостей».